Доброе утро, моя любимая страна. Добрый ранок, Украина. Новый день и новая история для вас. К нам приехала Фаня. Фаня, по-другому, единорог. Мы ее так называем вместе с владельцами. В области лба, вот можем показать, у нее вот такое вот образование. Поэтому она приехала на плановую операцию по удалению данной опухоли. Кому интересна данная тема, кто переживает и так далее, пожалуйста, присаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием продолжение нашей сегодняшней истории. Наша красавица уже под релаксом, расслаблена, и мы движемся в сторону операционной. Фанечка уже на операционном столе находится в полном наркозе. Хотел бы, чтобы каждый из вас подержал кулачки за нашу красавицу, чтобы все прошло у нее хорошо. Наша операция успешно выполнена. Наша Фанечка теперь не единорог. На месте опухоли уже ничего нет, только ниточки. Наша задача сейчас переместить красавицу после операционный бокс и набрать хозяйку. Рассказать, что все прошло хорошо, чтобы больше не волновалась. Фанечка уже после операционном боксе и потихонечку просыпается. Наша кошечка-красавица уже проснулась, вот там смотрит вдаль, где же ее владельцы. А владельцы приедут через 15 минут, и мы снова идем вперед. Наша история имеет начало, середину и заключительную часть. Спасибо всем вам, что держали кулачки, переживали за нашу красавицу. Все прошло отлично. Задача номер раз мы ее выполнили. Задача номер два – подождать, дождаться ответа гистологической лаборатории и действовать согласно протоколу, который необходим будет далее. Поэтому идем вперед, и продолжение нашей истории с нашей красавицей следует. Всех благ и хорошего дня!